Так что же это за фирма? Фирма Ника. Значит, фирма Ника родом с Ижевска. Начало работы 1998 год. Занимаемся детской продукцией и товаром для дома, для отдыха. Что вас привело в город Кёльн на Кёльнскую выставку? Представить свой товар, посмотреть товар иностранных производителей. Ну, и, в принципе, познакомиться с вами, с вашим народом, как вы здесь живете. Хотелось бы видеть все это. Понравилась ли вам Кёльнская выставка? Да, очень понравилось. Интересно, можно что-то подчеркнуть для себя в дальнейшем в производстве. Ну, и, в принципе, и город понравился, не только выставка. Вы уже имели возможность посмотреть город и познакомиться с людьми? Да, конечно. Город очень красивый, мощный, интересное сооружение, здания старинные, памятники архитектуры очень много, вас тоже это привлекает. Сделали кучу фотографий. Ну, впечатление, конечно, незабываемое. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Наша компания из Украины, город Киев. Мы производим мебель для самых маленьких, для новорожденных деток, из натурального дерева. Производим их уже около 15 лет. Покрываем их лаками на водной основе, абсолютно экологически чистые, безопасные. Все лучшее деткам. Расскажите, пожалуйста, как вы приехали именно на Кёльнскую мессу? Что вас привело сюда, на Кёльнскую выставку? Желание расширить рынки сбыта, выйти в Европу с качественным, востребованным товаром. Как вам понравилась выставка? Понравилось ли вам участвовать в нашей выставке? Конечно, замечательно. Мы с первого дня планируем уже участие в следующем году. Очень много посетителей абсолютно изо всех уголков земного шара. Имели ли вы возможность посетить город? Понравился ли вам город Кёльн? Ну, замечательный город, да, к сожалению, не очень много времени у нас для этого, но Кёльн дом, правильно, да, посетили, просто замечательная атмосфера и очень все красиво. Спасибо большое и желаем вам удачи дальше. Удачи вам, спасибо.